С самого начала пресс-конференция была больше похожа на длительный, почти часовой монолог адвокатов. Их у Зубакина двое. Сторона защиты высказала возмущение ходом рассмотрения дела в суде. Напомню, экс-прокурор Энгельса обвиняется в 9 эпизодах коррупционной направленности. Ни в одном из них Зубакин не признался. В связи с этим, как говорят адвокаты, на их доверителя оказывается давление. Например, за 15 месяцев ему не предоставили ни одного свидания. Точнее, предложение было, но в виде сделки, взамен на признательные показания. Мы навели там справки кое-какие определенные. Ну, судья 6 лет отработала следователем в Волжском РОВД. Ну, о чем говорить? Естественно, присутствует обвинительный уклон. Я его вижу. И он проявляется практически во всех решениях. Также у обвиняемого имеются 6 из 11 групп заболеваний, согласно которым он не должен находиться в СИЗО. Но судья якобы не обращает на это внимания. Адвокаты даже провели параллель с делом Магнитского, который погиб в московской тюрьме из-за болезни. Также защитники жалуются на то, что им не дают копировать материалы дела для знакомства с ним. Всем, наверное, известно, что в правоохранительной системе существует статистика, то есть отчетность статистическая. И предъявив по данному делу 9 эпизодов обвинения в так называемой коррупционной направленности, да, ну, правоохранительные органы тем самым демонстрируют борьбу с коррупцией вот на таком вот уровне, что вот целый прокурор города привлечен к ответственности. То есть этим можно будет потом как флагом размахивать. Заострили внимание адвокаты и на видеоматериалах, которые транслировались на федеральных телеканалах. В частности, на кадрах оперативной съемки обысков в доме тещи Зубакина. В коттедж с большим количеством комнат, в том числе оружейной, бассейном и библиотекой, обнаружили драгоценности. Все, что было найдено в доме в качестве вещественных доказательств, приобщено по делу не было, заявили адвокаты.